Добрый день, уважаемые зрители. С вами доктор Константин. Сегодня для всех женщин женского рода наше видео. Любые боли и спазмы в гинекологии. Любые. Мы сразу говорим, нет ограничений. Данная точка В26 Гуань Юаньшу является точкой, которая сразу же выступает первой точкой скорой помощи при любых болях и спазмах в гинекологии. Это острые боли, хронические боли, это внезапные боли, это состоявшиеся боли. Ну и, конечно же, к этой точке мы добавляем точку РП6 Сан Индзяо, которая находится на нижних конечностях. Почему? Ответ. Потому что три основных меридиана, меридиан почек, меридиан поджелудочный, меридиан печени, являются основными тремя меридианами, которые контролируют гинекологию. В каком они состоянии? Поэтому мы сразу предупреждаем, данная точка расслабляется. Данную точку вы сразу расслабляете, но вы не имеете права злоупотреблять данной точкой и постоянно ее расслаблять. Вы должны помочь ей, как точка скорой помощи, а потом провести диагностику 12 меридианов и привести эти все 12 меридианов в норму, три из которых, повторюсь, меридиан почек, поджелудочной и печени, отвечают за гинекологию. И содержать этих меридианов как можно дольше в норме. Тогда любые боли и спазмы в гинекологии, если вас коснутся, они не будут агрессивными. Они не будут настолько травматичными. Спасибо за внимание.